Всем привет, с вами Лев Пятый, и сегодня я поиграю на сервере снова на Вайворде, да, и поиграю, ребята, сегодня в голодные игры, ребята, в хард, да, поиграю, здесь, ребята, появились новые карты, да, и я как бы решил в них поиграть, да, также я расскажу, что еще немножко изменили, да, на голодных играх, в принципе, давайте начнем. В принципе, окей, вроде бы эта карта, да, она у нас уже была, да, и в принципе, окей, как бы изменили, ребята, вещи, да, то есть сейчас будут не деревянные кирки, да, как раньше, или каменные, сейчас реально будут попадаться иногда мечи, всякие железные, каменные, то есть немножко изменили спавн вещей, да, окей, как бы я сразу, ребята, бегу лутать вещи, и как бы да, окей, вот, например, ну топорик, ладно, еще бывает, да, встречался, но вот мечи очень редко, но сейчас они не так редко будут. Вот, чувак, давай я тебя убью. Зачем-то он на меня полез, сейчас будет убегать. Я не понимаю, почему Вайнворд лагает, хотя разработчики написали то, что, ну, то, что сейчас Вайнворд будет лагать. Потому что как бы только первый онлайн, ну, кстати, тут курица была, после убийства будет появляться курица, которая будет улетать в небо. Да, так, у меня есть кит на броню, хотя я думаю, вот это лучше, хотя от падения, ладно. Ну, ладно, я, в принципе, с этой броней поиграю, да. И как бы окей, вы набрали, ребята, за 10 часов 5 лайков, как бы, да, то есть это капец. Ну, может быть, чуть попозже, но, в принципе, окей. То есть я попрошу сейчас 5-6 лайков, но снимать следующий ролик, если вы набьете вдруг очень быстро, я не буду, да. То есть я сниму просто Minecraft с лаки-блоками, да. В принципе, сделаю маленькую сборочку, и там я засниму, да. Protection 2 лучше, да. Мне кажется, эта броня уже лучше, чем вот такая. Да, вот тут от падения, поэтому я не хочу, да. То есть, о, меньше от падения будет, поэтому не хочу я менять на железные. То есть, вот, ладно, железную броню я буду менять, ох ты. Кстати, мечи здесь чаще попадаются, чем раньше, да. И железные мечи вообще не должны попадаться. Не попадаться шансом может быть 2%, потому что как бы обычно железо надо копить, да, чтобы взять железный меч. Но сейчас мечи иногда очень часто бывают, попадаются железные, каменные. То есть раньше такого не было. То есть что-то изменилось, мне кажется. Если нет вдруг, то нет, да. Может быть, я что-то путаю, но я давно не играл, поэтому я не могу запутаться. Но карты добавили новые. Правда, я не помню, если честно, названий, да. Добавили вроде бы их давно, но я что-то играл недели две и так не попадался на новые карты. Но вот сейчас я сыграл катки 2-3, и там попадались новые карты. Вот сейчас не попалась как раз карта. Так, мне хочется туда попасть. Я, в принципе, попробую, ладно, не буду. В принципе, окей. Тут где-то игроки должны быть, да? И, в принципе, окей. Ух ты, нифига. Это вещи, конечно, жесткие, но это, наверное, поменяю. Или не надо? Ну, я думаю, в принципе, не надо. Так, я вот так поменяю, да? Все. Как бы буду искать игроков. Кстати, ребята, при заполнении сундуков сейчас будет, ну это хорошо, да. Только где эти сундуки взять, придется, наверное, назад возвращаться. Ага, тут сундуки, ну, в принципе, окей. Я как бы сейчас буду приветствоваться и, ну, прощаться, да, в роликах в 25-м лобби, да. Просто, может быть, кто-то зайдет, не знаю, на лобби и меня может встретить, да. То есть там я пока что буду здороваться, да, как бы в роликах, и окей, да. Да и просто заходить, да. Окей. Что я хотел сказать, еще даже не знаю, вот, что-то, я думаю, пока что еще долго придется ждать этот матч, хотя, мне думаю, уже через 2 минуты будет. Вот, я не помню, может быть, я просто не замечал, но, по-моему, раньше не было при заполнении сундуков. Было, ну, точнее, не было очень давно, ну, то есть, может быть, год назад не было еще такого. Хотя, может быть, и было, я реально путаюсь, хотя нет, было.
Реально было. Я реально что-то путаю, если честно, сегодня как-то, да. И больше не будет Вольки, то есть постоянно Вайн Волт, да. Что-нибудь одно и то же не будет, да. То есть сейчас снял Вайн Волт и опять Вайн Волт, да. Так, ну, я ладно, поменяю, как бы, Protection 2, как бы, не так круто, да, чем железная броня, да. Поэтому окей. У меня есть палочка. Правда, мне она не нужна, потому что тут так хорошие вещи есть. У меня и так хорошие вещи. Меч, например. Мне надо найти, кстати, верстак, чтобы сделать себе нагоник хороший. Да. Тогда все будет как надо. Да, я надеюсь, в этих голодных играх хотя бы ничего мне не зависнет в Вольрике. Кстати, ребята, напишите в комментариях, какую вы хотите, чтобы была версия, 1.8 или 1.64. На самом деле я за 1.8, потому что, ну, поначалу я сам как-то не хотел этой версии, но сейчас я как-то ее полюбил, да, и так далее. То есть мне реально хочется играть на этой версии. Кстати, у меня есть хороший нагрудник. Окей, так, чуваки какие-то, я сейчас буду как-то осторожно. Так, а мы уже можем проехаться, да? Ну окей, как бы не хочем, да. Окей. Чувак какой-то странный, что он вообще как-то нападать не хочет. А нет, нападает. Ну, это как-то он поздно напал. Может быть, он как-то, я не знаю, даже, что сказать. Ну, какая-то легкая игра. Я, наверное, еще вторую сниму. Так, ну все, мы как бы победили. Я случайно курицу убил, да, которая в небо должна улететь. Ну, в принципе, все. Погнали к следующей игре. Ну вот, ребята, в принципе, и новая карта, да. Под названием Храм Веста, да. Окей. Как бы сейчас поздно, поэтому я, наверное, как-то заикаюсь, не знаю. Ладно. Окей, в принципе, лутаем. У меня уже есть меч. Да, вот. Ты что, офигел? Чувак. Вот, я не знаю, вот что это было, ну зачем он это сделал? Ну просто зачем? Это он думал, он типа такой, да? Загрил меня, да? Тихо! Давай! Сейчас все будет! Да, вот, видели, да, курица улетела. Хотя там на. Хотя здесь большой купол, да? Поэтому. Курица никуда не улетит. Да. У меня хорошие вещи есть. Вот как раз еще штаны можно хорошие. Чувак, ну я все понимаю. Если это ты, я уже забыл. Как я упал? Я же упал тут вот где-то отсюда до сюда. Блин. Ну окей, в принципе, вот такая новая карта. Вот, да. Есть еще некоторые новые, я даже не помню, сколько их добавили. В принципе, ребята, все на этом все, да. Всем спасибо, ребята. Пока-пока. Нифига, вот это большая карта, конечно. Ну, сама карта небольшая, но в принципе все. Всем спасибо, ребята. Пока-пока, ребята.